Библиотека поселка Развилка – постоянное место встреч талантливых земляков и приглашенных друзей. Вот и в преддверии новогодних праздников поэт и музыкант Юрий Былинкин организовал квартирник с участием авторов-исполнителей Андреем Курило и Святославом Чирковым. Я не пишу в одном жанре, я пишу и вальсы, и пишу, и, как мне кажется, и в роке, и разные, ну, для того, чтобы, ну, как-то не было у тебя повторений, хочется делать что-то разное. Вот я как бы учусь в каждом этом жанре, в новом осваиваю его и что-то в этом жанре делаю. Для своего выступления Андрей Курило подобрал несколько песен. Вначале представил зрителям самую первую, написанную 26 лет назад. Да, на краю я тихонько стою и не знаю, слезы льются ручьем. Святослав Чирков известен поклонникам не только как музыкант, но и продюсер, сценарист, режиссер, актер. Волшебный фильм был «Ликвидация», в котором я снимался. Какой-то переход по уровню произошел. Сергей Урсуляк нашел меня в рекламе майонеза. Сказал, все, не надо тебе в майонезе, и снимайся мне. Мы перешли из одной комнаты в другую, и он сказал, все, ты будешь у меня. И вот как бы этот фильм немножко сдвинул мой событийный ряд положительную сторону. Святослав поддержал коллегу и представил свои песни как в аранжировке, так и авторские, гитарные. В твоих волосах путешественник ветер, и остался с тобой навсегда путешественник я. Зрители концерта получили незабываемые эмоции и впечатления от общения с талантливыми музыкантами и ждут новых концертов в библиотеке. Галина Житкова, Иосиф Гринберг, Максим Гришков, Елена Кошелева, Видное ТВ.